От простого к сложному. Будущие художники учатся работать с цветом, изучают объем простых предметов и перспективу. 7 цветов в палитре – первый шаг к работе с одним единственным. На белой глине радужное многообразие должно сходиться в многослойный гжельский синий. Почему то, что кажется самым простым, в итоге оказывается самым сложным? Они до обжига выглядят по одному, после обжига по другому. Гжель и авторское право. Готов ли к войне художник? Своровать могут только форму на заводе, но это редкость. Посуда или скульптура? Что такое настоящая гжель? Изделия были сложные и по композиции, и по даже замыслу. Сегодня в гжели работают 4 крупных предприятия по производству синей-белой классики и более 10 кустарных мастерских. Около 2000 изделий покидают город ежедневно. Начало рабочей недели на гжельском фарфоровом заводе. Извлечение готовой продукции после основного обжига. Это заключительный этап производства. Ему предшествуют долгий творческий и технологический процессы. Весь труд ручной, и затраты на заработную плату с налогами, они, безусловно, доминируют в себестоимости. Валентина Николаевна – отливщик фарфоровых изделий. Работает сдельно. Гонорар может достигать 150 рублей за штуку. Зарплата – около 30 тысяч в месяц. Вот форма такая, какая она, полая внутри. И она создает контур вот самой изделия. Вот на вазочка. За каждую вазу из этой партии она заработает по 3 рубля. Суть работы в названии специальности. Изделия здесь отливают. Из резервуаров по трубам подают шликер. Это специальная смесь на основе белой глины. Эта масса, она такая напоминает сметану. Валентина уже 33 года на производстве. Опыт позволяет ей работать на глаз. Она словно шеф-повар в ресторане. Шликер в форме застывает быстро и образует стенки вазы. Остатки необходимо вовремя слить. Следующий этап – предварительный обжиг. Вся новая история производства гжели в цеху обжига. Здесь 7 печей расположены. Вот это, например, сложенные из кирпича в 70-х сотрудниками завода. А вот это уже 80-е. Печь в металлическом корпусе сделана на заказ в Санкт-Петербурге. В эту печь изделия подают после просушки. Стенки еще хрупкие. Ой. Очень хрупкие. А это уже не такое хрупкое. Начиная с 17 века в гжели добывали сырье для производства лучшей в России посуды из стекла. Аптекарские и алхимические сосуды, сервизы для царского двора, знаменитый кузнецовский фарфор. Уникальная белая глина закончилась, всю выработали. Заменитель поставляют из Челябинска. Там белая тоже глина? Да, белая глина, калина, она по качеству несколько иная, и, конечно, есть технологические проблемы. Около 5500 рублей за тонну, плюс доставка. Еще одна причина роста себестоимости – тарифы на газ. Тут горелки. Обжигальщик Анатолий Викторович цепляет тележку с заготовками к лебедке. Когда-то он был слесарем-инструментальщиком на соседней фабрике. Теперь обжигальщик. Обслуживает печи на фарфоровом заводе. Вот я включаю здесь. Показывает у нас давление, разрежение и воздух. Первый горн по обжигу фаянса в гжели появился в конце 19 века. Его сконструировали крестьяне братья Куликовы. Они же разработали собственный состав белой фаянсовой массы. Горны работали на дровах, а это печь на газе. Предварительный обжиг идет при температуре 900 градусов. После первого обжига будущая продукция поступает в зону фуксинового контроля. В задачи контролера входит, во-первых, окунуть готовое изделие в фуксин. Фуксин выявляет возможные трещины. Ну а если продукция оказалась без трещин, задача контролера входит поставить на продукцию знак качества, печать гжели.
Краска, похожая на разведенный уголь, это кобальт. Почерк заслуженного художника Адрианова и знатоки узнают сразу. Она расписывает гжель уже 30 лет. Для этой работы использует 10 видов кистей. Тут широкая кисточка. Здесь вот эти мелкие всякие, все там, каплюшечки, там номер 3, номер 4. Окошечки там тоже сами настраиваем, кисточки делаем. То есть одной-двумя это невозможно. Тут много кистей. До 19 века гжельские мастера работали с красной глиной. Роспись была цветной, называлась майоликой. Хотя гжель-то она изначально была не просто посуда, она была все-таки художественной керамикой. Синим по белому начали писать подмосковский заказ, когда в моду вошли голландские изразцы для отделки каминов. Цвет убрали, сохранили манеру росписи и формы сосудов. Так родилась знаменитая синяя роза. И очень много было скульптуры. То есть это было уникальное явление. Промысел был практически забыт после революции. Возродили его особым указом в 1934 году. В городе создали филиал Строгановского училища. Сегодня это художественно-промышленный вуз. Сейчас студенты-первокурсники учатся писать кобальтом по глине. В процессе обжига он изменяет свой цвет с черного, серого на синий. Художник всегда должен держать в голове весь этот сложный процесс. То есть он должен всегда предсказывать, что получится в итоге. Мастеров здесь растят с 6 лет. При институте есть своя начальная и средняя школы. Поступить непросто. Конкурс до 10 человек на место. Здесь есть абсолютно все. Здесь есть гипсомодельные участки, даже 2. Литейные участки, обжиг, глазуровка. Творческая лаборатория и бизнес-инкубатор в одном заведении. Талантливые художники идут на вольные хлеба или на заводы, а вот талантливые бизнесмены создают собственные артели, пытаются конкурировать с отраслевиками. Отчасти это подорвало авторитет гжели. Обыватель часто не видит разницы между работой заслуженного художника и неловкой копией. Фото 20-летней давности на полке в кабинете у Юрия Гаранина. Здесь и Гринчков был, и Шевчук. Юрий – представитель гжельской художественной вольницы. Его работы коллекционируют, продают на аукционах. Серии фигурок – Митьки, Мумитроли, Камасутра и даже символы Олимпийского Сочи – классика современной гжельской миниатюры. Авторские изделия, соответственно, стоят дороже, чем исполнительские. Но их исполнительских и нет таких. Вот даже вот Будда шахматами, тут тоже вот такая тема. Скучно же делать просто Будду, а с шахматами даже как-то прикольно. На рынке именно его работы чаще всего копируют или подделывают. Завод пытался отстоять авторское право художников, даже закрепить за головным предприятием бренд «Гжель» с возможностью продажи патентов на копирование посуды и миниатюр. Не вышло. Могут, допустим, взять изделие готовое из магазина, снять с него форму и обжечь. Но оно будет меньше на 13%. Но тут уже ничего не докажешь. Другого размера, роспись другая. Часть авторских работ заводы принимают в серийное производство. Тогда создатель получает гонорар. Но расписывают фигурки и посуду уже другие мастера. От художников продукция поступает в зону глазуровки. Прежде чем окунуть в глазури, ножки изделий смазывают парафином. Глазурь – это жидкое стекло. При большой температуре она в обжиге плавится, превращается в стекло. И если прикипит к плитам, то уже ничего не оторвать намертво. Основной обжиг происходит при повышенной температуре 1350 градусов. Фуксин обесцветится, глазурь станет прозрачной, а кобальт приобретет тот самый глубокий синий цвет. В целом на обжиг уходит около 16 часов, плюс 8 часов тратит на то, чтобы печь остыла. Затем еще сутки уходят на то, чтобы печь отдохнула. Значит, если сегодня понедельник, то следующая загрузка продукции произойдет только в среду. Эта печь совсем новая. Деньги на ее покупку нашлись с приходом нового руководства. В 2009-м предприятие было объявлено банкротом, а в 2013-м на завод вернулись заслуженные художники, покинувшие разоренное производство. Мощности может быть загружены чуть поменьше, но в принципе у нас идет там 3 обжига в неделю. Сегодня объем производства бывшего отраслевого гиганта составляет около 50% от объема 70-х годов.
Гжель вернулась на международные художественные салоны и аукционы. Сделана в России, и этим снова можно гордиться.